отсюда вот пересекает улица Некрасова, Фурманова. Вот это вот Фурманова улица идет. Оттуда вот идет Некрасова улица. Здесь вот на углу начинаются вот такие вот старые дома. Не знаю, сколько им лет, уже столетние, столетние. Так, не знаю. Бараки, может быть, я не знаю даже. Такие вот старенькие. Их здесь целые, прям несколько штук подряд идут. Здесь идут организации какие-то. Очень старый. Такая постройка еще, прям не знаю. Ничего, живут люди, что делать? Наши детские площадки есть. Гаражи, сарайчики всякие. Считай, центр города. Даже вот в таких дворах только детские площадки понаделали. Удобно очень для детей. Здесь выхода нету, да? Она деревянные ступеньки. Угу. Состояние видно с лебедями. Тоже везде акация, кому нравится. Дом.
удерживает его. Это вот теперь улица Долорес, а пересекает также Фурманова. Тут тоже есть такие старые дома. Попробую вот здесь со двора зайти, с Долорес. Вишни начинают спеть. Такие заросли, хлам везде валяется. Пристройки какие-то. Здесь остановка. Тут вот такие сарайчики страшные. Здесь еще один домик. Старенький. Престаренький. Thank you.
все отваливается. Ну что делать? Где-то жить надо людям. Никто почему-то не делает ремонт. Гостел опять тоже такие же старенькие дома.